проблемное поле инклюзивного высшего образования на самом деле очень велико. И сегодня Мининский университет, в частности, ресурсно-учебно-методический центр по обучению инвалидов Мининского университета, выступает площадкой для тиражирования, обмена опытом между теми организациями, которыми так или иначе взаимодействуют в решении вопросов инклюзивного высшего образования. Люди хотят получить профессию, люди хотят работать, и все-таки, как бы мы ни говорили про иждивенческую позицию, они хотят приносить пользу обществу. И Мининский университет, спасибо огромное, что оказывает нам такую возможность, и методическую, и, в принципе, социальную, и вообще информационную, достаточно серьезно. Это... 对我的收获最大的就是俄罗斯和特别是米林大学在全纳高等教育方面理念比较先进，因为在中国我们更多的谈论的是特殊高等教育，在普通高校招收的残疾学生也有非常多的数量，但是呢很多学校没有特别的关注他们的特殊的需求。那么今天大会上呢，有很多的事例能告诉我们，通过一些支持策略和支持中心，能够帮助这些学生呢，在完成学业、包括就业、包括融入社会提供帮助。Наш вуз принимает очень активное участие в реализации программ не просто самих проектов и организации инклюзивных волонтерских служб, но и подготовку обучающих программ для обучения инклюзивных волонтеров. I have seen excellent lectures today, so but that was the first time. I read some articles before I came here, but now as I have listened to your, I have heard your presentation, I realized that there's also plenty of work that people have been doing here, and excellent projects. Моя позиция заключается в том, что давайте разберемся, что у нас есть и действительно ли нам нужно что-то менять. И если менять, то куда конкретно. Ориентируясь не на нас с вами, на наше мнение, а учитывая мнение именно студентов и вовлекая их в процесс создания тех предложений, которые мы выносим на федеральный уровень. И это было бы правильно.